дорогие мои друзья, 17 сентября родилась Алиса Константиновна. Алиса сегодня исполняется 2 годика. Могу сказать, что я видел этого ребенка и был очень удивлен. Свои 2 года она рисует картинки, где мама и папа стоят вместе. И рядом Алиса. Это 2 года. Это сознание маленького ребенка показывает тот мир, в котором они живут. В этот прекрасный день, Алиса, желаю тебе много-много красивых подарков, чтоб главный подарок радовал тебя, чтоб ты на нем искусно каталась, чтобы эта жизнь была прекрасна. Твои родители долго жили, были счастливы, и ты была счастлива. А через многие годы ты увидишь это видео и поймешь, что это главное в жизни – любить своих замечательных родителей, чтобы вы жили долго, счастливо, прекрасно и в полном изобилии, чтобы и этот ежик всегда вам приносил вкусняшки. Ты была счастливым, радостным ребенком. Хорошего дня рождения тебе, Алиса.